Нет, вообще у него таких понятий нету. Потому что, говорит, у него, говорит, он строит, говорит, евреям, говорит, синагоги, христианам эти церкви строит, говорит, и он дружит со скафрами, говорит, такие вещи. Я сказал, это ничего плохого, здесь человек. Здесь то, что руками делает, говорит, самое главное, если он сердцем не убеждается, то, что это делает, то это не куфр. Это мы знаем, что это грех, это нельзя поощрять. Но это нельзя сказать, что это куфр. Только вот, кроме чего, это, что это будет куфр. Значит, человек, это то, что строит церковь, это грех. Значит, человек, который прелюбодействует, занимается, или пьет спиртного, то скажем, что это куфр. Он куфр? Нет. Скажем, что это грех, и он грешный человек. И говорю, вообще не можешь разделять, что такое куфр, что такое грех. Что такое куфр, что такое грех. Ну, вообще, у него вот такие, у него страшные такие ошибки. Страшные, потому что он сам понятия не имеет. Вообще, у него такие мягкие.